лагерь-семинар, в котором собраны одни из лучших детей 2003-2004 года рождения со всей страны дети. Ну, мы вот как вот решили хорошо поработать, посмотреть, в каком состоянии дети, и дать им много полезной информации. Вместе с ними поработать над техникой. Сегодня у нас работать над сопротивлением, поработать и показать правильное выполнение движений в защите, в нападении. Утром хорошая динамическая разминка плюс работа по станциям, 7 станций по 14 минут. В конце заминка и вечерние тренировки полностью игровые, 3 на 3 плюс 5 на 5. Сегодня у нас четвертый день кемпа, летнего кемпа Федерации баскетбола Беларуси, который был создан именно для детей 2003-2004 года рождения. Наш, так сказать, олимпийский возраст, которому в 2019 году уже совсем скоро, через 3 года представлять нашу страну на Олимпийских днях молодежи в Минске. Поэтому этому возрасту определенная такая, много внимания определенного уделяется, и есть талантливые девчонки и мальчишки, но чтобы не откладывать дело в долгий ящик, уже сейчас просматриваем таланты и пытаемся приучить их к таким нюансам игры, которые им понадобятся в будущем. Желательно научить детей делать правильно базовые движения, простые приседания, наклоны вперед, выпады, показать правильную разминку, объяснить, насколько она важна, насколько важна заминка и растяжка в процессе. Разминка нужна, чтобы хорошо подготовить организм к серьезной работе, поэтому чем серьезнее предстоит работа, тем качественнее должна быть разминка.